Всем добрый день! Сегодня я буду готовить пиццу, но не в духовке, а на сковороде. Для этого мне понадобится мука, кефир, яйцо, сосиски, сыр, лечо и сухой базилик. Возьмите миску, разбейте в нее яйцо. Влейте кефир и перемешайте венчиком. Взбивать не надо. Вот достаточно перемешать до однородного состояния. Перемешивая, всыпьте муку. Мука у меня уже смешанная с солью, сахаром, и я добавила немного соды. Тесто должно получиться и не очень густым, но и не жидким. Вот таким. На плиту поставьте сковородку, смажьте маслом дно и бока. Много масла наливать не надо. И хорошо разогрейте. Выложите тесто и разровняйте ложкой. Как можно быстрее, не выключая плиты, выкладывайте начинку. Сначала смажьте кетчупом, затем выложите сосиски. Вот сосиски я выложила. Теперь надо посыпать базиликом. И засыпать тертым сыром. Вот, я засыпала тертым сыром. Теперь надо закрыть сковородку крышкой и на малом огне готовить минут 15. Все, пицца готова. Она получилась вот такая вот, с боков румяная. Сыр хорошо расплавился. Очень вкусная. Надеюсь, мой рецепт вам понравился.